Перед началом просмотра видео хочу напомнить, что у меня есть группа ВКонтакте. В ней есть предложка для реакций и в ней есть рассылки. Одна для бесплатных игр, другая для стримов. Я думаю, вы сами понимаете, для чего нужна каждая. Подписаться очень просто. Жмете кнопку и здесь то же самое. Все, вуаля, вам приходят оповещения о начале стрима и вы их никогда не пропустите. Погнали смотреть видос. А что вы делаете в моем пакете? Вы что, хотите кушать? Yeah, that's my chopper, boys. Нифига. Sorry, buddy. Четко. В мясо. You wanna get caught by the blade too, son? Yeah, you got caught by the blade too, so that's okay. Раздавил. Смертель. Сейчас еще один. Двое! Давай! Опа! Я сраный убийца. Или мясник, как там massacre переводится. Резня! А, да. Я устроил сраную резню. Сраную резню, да, этим вертолетом. Ну да, резня. О, еще один! Давай, щеми его! Later, bitch. Да ладно! Молодец! Красиво, красиво, ничего не скажешь. А, у кого-то что-то торчит! Они у нее какие-то такие, знаешь, косоглазые. Обычные шашочки. Ну, это, кстати, Мира. Она, по-моему, наполовину русская. Либо, я не знаю, ну, короче, по-русски она разговаривает хорошо, но стримит она на инглише. И живет за границей. По ее губам видно, что она русская, только русские так губы колят. Это, по-моему, ее губы, возможно. Нет. Нет? Саша, это нет у людей таких пельменей. Да. Не, ну она, в принципе, довольно красивая девушка. Она, получается, это, метиска. Ну, по ней видно, что она смешанных кровей, по-моему. Нет. Нет? Нет. Значит, я путаю что-то. Ладно, всем давай смотри дальше. Жрёте. Скорее бы кончился карантин, да, чтобы можно было кого-то домой привезти, да? И под хорошую музычку полежать, полежать на... Оговорочка по Фрейду. Под хорошую музычку полезать. Это, блядь, мне ролл помешал. Ролл помешал, да-да-да. Полежать на кровати хотел сказать, пиздец. Да. Блять. Сейчас нарежут. Какой красавчик, он как будто из Обливиона. Ну да. А, это Mountain Blade 2. Стоп, он чихнул. Просто замесили толпой. О, он даже там указал. О, грёбаная батарейка, мать её за ногу, чтоб ей было нехорошо. Че ты так заорала? Ты его полностью так и не смотрела? Мне все равно смешно и нервно. Yeah, and you're actually trying to throw that Famous away, make sure that they force the CT economy for the rebuy, another shot hit by Cold Zera. Ничего не понятно, но очень интересно. Triple kill, $700 spent, and he could shatter. Походу, он всю команду их вынесет, да. Красавчик. What are you doing? Fortnite. Да, это иностранная девчуля. А, миленькая. Молодец. Она именно играет в игры. Ой, в VR? Ага, VR-чат. О, суккуб стриптизерша? Как-то она вяло перевернула. Что-то анимация странная. Она какое-то вялое колесо делала, собственно говоря.
Ты ее попку видел, ее все время тянет к низу. Странно вообще. Очень, она анимешная какая-то. Так сказал, как будто это плохо. Нет, это хорошо. Лимер покупать или сразу с перед Весом сделать? Сразу. Да, конечно. Да пусть носят нахуй, забей. Че так тихо? Че так орать-то? Милахи. Как они такие громкие и репещущие, что микрофон их начал улавливать. Так. Как говорится, зашибись тем, кто живет в таких домах. Можно выйти погулять. Угу, во двор. Тебя как бы никто не остановит. Ты выходишь во двор, погулял, и все нормально. Блин, я один остался. Ладно, надо, чтобы они друг друга перебили. Не тупо друг в друга стреляли. Какие лохи, капец. Просто отворачивались, да? А. Нож. Точно. Мы же видели этот дебильный нож. В смысле видели? Не, мы видели такой нож, похожий нож, который видел братишкин или... Да, не, да. Эвилон, типа Эвилон. Такой... О, да! Блядь, да это ж нож хуйня. Да, всего 3к стоит, да действительно. Да-да-да. По мне так очень неплохо. Второй нож, но тоже кусок говна, но он хотя бы не обосранный, знаете? Вопрос в том, готов ли ты дополнительно рисковать, идти там в другой магазин и что-то там искать. Ну, пожалуйста, не покупайте там муку или макароны, купи рис, или нет риса, купи там какую-нибудь, я не знаю, там чечевицу или какую-нибудь там еще там пшеницу, что угодно. То есть ты в любом случае голодный не... Я понял, что он делает. Он снимает перчатки так, чтобы не трогать внешнюю часть руками. Сейчас научу. Вот так вот манжету задеваешь, снимаешь до половины. Так же, снимаешь до половины, а потом уже легко снимается. Не останешься. И это... Ну, ВЛГ этого не знает, к сожалению. Я с ней говорю, ну, он же не медик, вот и не знает. А ей 80 лет, я говорю, бабуля, ты никуда не ходи, пожалуйста. Там, ты мне скажи, что тебе надо, я тебе закажу, там тебе с доставкой все привезут. Ну что, типа, я... Он презервативы так же снимает. Проще уже было бы обработать эти перчатки антисептиком и снять, как тебе вздумается. Эй, бля. О! Или для него просто было дело принципа. Я знаю, что сейчас будет. Это этот, как его? Картина Найто и Настя. Когда я ножками шевелю под одеялом? Да. Чем он накрылся, я не очень пойму. Лучше иметь друга, чем друг друга. Наблюдаем. Такое ощущение, что кот сейчас на микрофоне. А, он хромакеем накрылся. Какой-то у него плотный, не то что мое говно. Прозрачное почти. Серьезно, все здание сломало? Да ладно, красотка. Ну, точнее, всю постройку. Ну, ладно, ну я выберу свой. Нажми R, там рофель. Я думаю, как раз мне подойдет. R — это рандом, да? Какого хрена? Серьезно, игра? Зачем? Почему? Как? Пупсик такой. Угу, ну криповый довольно-таки. Чего? Нет, вот. Я не считаю, что только Павер не прав в этой ситуации. Не правы абсолютно все, кто это сделал.
А больше всего, как бы, наверное, хуже всего рейды делал Джорджа, который, извините, тоже на уголовку там наговорил, когда он сказал маленькой девочке что-то типа «я бы тебя выебал». Это же вообще просто пиздец какой-то. И я согласен с Аляшей и поддерживаю вот эти вот тупорылые пранки, которые, блядь, вмешиваются в обучение. Сука, вы козлы ебучие. Люди работают, а вы им мешаете. С детьми и так нихуя нелегко. А вы, сука, лезете. Вам чё, блядь? Еще оценивают чужую внешность. Кто вам вообще право открывать рот давал? Вот, вот ты красотка, это не красотка, вот ты похожа на жабу. Да пошли вы в жопу. Люди на работе работают. Не знаете, как, блядь, популярность поднять? Так идите нахуй, блядь. Уёбки тупорылые. Делайте что-нибудь полезное. То, что Павер ушел, удалил все свои эти, я вообще никак не эту... Да, его там сказали про него в СМИ, там еще прочее. Ну, как бы, бывает, да. Но кто ему виноват? Он сам взялся за эти пранки. Какие бы они ни были, типа, безвредные, небезвредные, это один хрен. Вмешательство в учебный процесс. Что есть, нехорошо. Нехер туда лезть. Как говорится, за что боролся, на то, блядь, и напоролся. Я бы был рад, если бы всех вот этих, кто лезет в эту херню на Твиче, банили, блядь. Не обязательно пермоментно, хотя бы, блядь, на время, чтобы они осознали, что это неправильно. Нехер там делать. Играйте в игры, видосы смотрите, не знаю, найдите себе другое развлечение. Я вообще не особо люблю пранки. Особенно пранки, которые смешны только, блядь, пранкеру. И не смешны человеку, над которым пранкуют. Ну, да. И я очень рада, что Джорджа забанили. Пусть сидит, блядь, и думает, что за хуйню он несет. Вот. Я буду не против, если забанят абсолютно всех. А, то же самое, что я сказала. О, у нас есть вот эта вот игра. Она играется только вдвоем, и мы с тобой в нее будем играть как-нибудь. Окей. Шаг. 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 Блять, я ж тебе команды даже даю. Шаг. Ай, да, я просто сбила. Шаг. Сдается, у нас будет примерно так же. О, сгоришь ты со мной. Я всегда с тобой горю. И это не, не всегда связано только с чем-то. Даже от твоей еды я могу гореть. Сука, тут ее вздох иногда. Я просто убиваю. Когда я говорю шаг, шагай, окей? Да. I'll take care of him. Stay back. Кто-то в яйцо попал, по-моему. Промазал. Промазал. Окей. Come on, man. She's got to pay her rent. Oh my. Oh. Неплохо. Красивая анимешная тянка. Вся татуированная. Оу, какие булочки. Это сукуша. Возможно. No more of this. Where is the TOS guy? Wait, is she what happened? Am I not allowed? TOS guy. Развлекаются как могут. Ничего так. Да ты лядь какой, ля какой, бля. Хуй такой крепкий, столько раз в тебя попали вроде бы. Ля. Флексит он там. Это походу из отряда флексеров. Ради Христа просто, ради Христа. Все уже. Блядь. Кто там писал расслабленно играй? Это пиздец. Подписывайтесь на Хэллоуин. Молотком. Я
Господи, есть что в конце? Что она сделала? А нехуй дома плевать. Собак сутулая. Иу. Ну чё? Надеюсь, тебе понравилось. В описании ссылка на оригинал, расписание стримов, ссылки на соцсети. Заходи на стримы, смотри видосы. До скорой встречи и пока. До свидания.